гимн серфингистов в исполнении молодых музыкантов открывал инструментальную часть нашего рок-фестиваля. В Доме детского творчества на реке Сестре состоялся городской музыкальный конкурс «Юниор Рок». Традиционное мероприятие ставит своей задачей объединять единомышленников из разных концов Петербурга. В этом году, чтобы поучаствовать в нем, в Сестрорецке собрались вместе 11 музыкальных групп. Сегодня они представляют наряду с курортным Петродворцовый, Фрунзенский, Калининский и Кировский районы. Каждая из групп получила право выйти на сцену и поделиться с публикой своим творчеством. Условия фестиваля не ограничивали музыкантов в выборе конкурсного произведения. Ребята могли исполнять несколько песен по своему усмотрению. Жанровый диапазон варьировался от мелодичного поп-рока до альтернативы и даже постпанка. Заслуживает уважения при этом то, что наряду с легендарными отечественными и зарубежными рок-хитами почти каждая из команд в Сестрорецке представила свои личные сочинения. Те самые, о которых миру еще только предстоит узнать. Фестиваль «Юниор Рок» позволяет молодым музыкантам заявить о себе. Прослушивали выступления ребят-профессионалы, музыканты-исполнители, педагоги и звукорежиссеры. Их индивидуальная оценка обеспечивала объективность коллективного мнения. Среди членов жюри сегодня, к примеру, экс-вокалист «Виа поющие гитары» Николай Лукашов, который с интересом наблюдал за новым поколением рокеров. Экспрессия рок-музыки созвучна подростковому настрою. Она позволяет ребятам направлять свою энергию и выражать эмоции и чувства. При всей важности этого музыкального направления в наше время его проявления становятся все более редкими. Содержание рок-клубов при районных домах детского творчества – дело затратное. Поэтому особенно ценно, что несмотря ни на что, петербургская молодежная рок-культура сохраняется и продолжает развиваться. В курортном районе уже два десятилетия это направление поддерживает Сестрорецк. Рок-клуб Дома детского творчества на реке Сестре, который сегодня и принимает гостей. Вслед за городским фестивалем руководители нашего рок-клуба строят план о проведении фестиваля всероссийского масштаба, который, возможно, состоится однажды на берегу Финского залива.